На календаре 16 января. 16 января 1855 года в зале губернского дворянского собрания было шумно и многолюдно. Самарцы веселились на роскошном балу. Вся выручка от торжества, а это около 1000 рублей, пошла на лечение солдат, получивших ранения во время героической обороны Севастополя. Без малого год держали оборону Севастополя русские солдаты. Эта битва стала кульминацией Крымской войны. 16 января 1911 года при самарской гостинице «Бристоль» на Дворянской улице, сейчас это улица Куйбышева, открылся ресторан. Кулинарные шедевры там готовил московский повар. В меню были эксклюзивные блюда и необычные закуски. В ресторан в ту пору заглядывали не только местные гурманы, но и гости города. Это было самым вкусным местом в губернской столице. А все меломаны 16 января отмечают Всемирный день легендарной британской группы «Битлз». 16 января 1871 года в селе Виловатое Бузулукского уезда Самарской губернии, теперь это Богатовский район Самарской области, родился будущий известный архитектор Георгий Николаевич Машков. Здания, построенные им, и по сей день украшают улицы Самары. Многие из них заслуженно признаны памятниками культурного наследия регионального значения. Кроме того, 16 января в разные годы на свет появились известный писатель, переводчик, литературовед Викентий Вересаев, популярный актер театра и кино, педагог, народный артист СССР Василий Лановой, а также титулованный американский боксер-профессионал Рой Джонс-младший и другие знаменитости. День ангела сегодня отмечают Ирина, Гордей и Василий. А по народному календарю сегодня Гордеев день. Считается, что в эту пору нельзя гордиться, то есть хвастаться своим добром, здоровьем или семейным счастьем. Иначе можно это все потерять. Погода в этот день показывала, каким будет март. А вот большие белые облака на небе говорили о надвигающейся вьюге. Таким был в истории 16-й день января. Пусть он сложится для вас удачно!